Господи, вот уже лет 20 детей пугают. А это вовсе даже и не сказки. Я только что из их логова еле-еле выбралась. Не может быть. Может, может. А председателем этой секты, как я поняла, является наш общий знакомый, господин Алексеев. Вот как? Говори адрес. Я сейчас туда своих пацанов пошлю. Они с этими весельчаками в лучшем виде разберутся. Да, в общем-то, разбираться уже и не с кем. Они уже свое получили. Так что тему эту можно считать закрытой. Хорошо. Только на будущее. Будь осторожней, Шиза. Ладно. Как-нибудь сама разберусь. Не впервой. Над чем сейчас работаешь? И все-то тебе знать надо. Гремыкин погиб. Я свой контракт выполнил. Теперь буду работать на другого клиента. А почему тебя это интересует? Да так, просто спросила. Так, я не поняла. А где Чалый? Куда подевался? Надеюсь, с дядей Мишей ничего фатального не случилось. Хотя предчувствия меня гложут нехорошие. Наверное, схватили и унесли. А тележку тут бросили. Бедный Чалый. Почему бы нет? Вообще-то я это уже видела. Должно сработать. Yes! Это был праздник на нашей улице. Глупо такой ценный приборчик оставлять здесь. Мало ли кто сюда забредет в мое отсутствие. Интересно, что здесь внутри? Да здесь пусто. Значит, господин Алексеев успел уничтожить улики. Эх, ничего не осталось. Хотя, тут какая-то микропленка. А это уже кое-что. Ну, и зачем мне пустой чемодан? Надеюсь, эта пленка не засвечена. Налицо вопиющие факты промышленного шпионажа. Это нужно использовать. Вот только как, пока непонятно. А? Скажи мне, девочка, а кто автор этой книжки? А то тут не написано. А, Агата Чейз. А, Агату Кристи знаю. Джеймса Хедли Чейза тоже. А это кто? А это бабушка и их дочь. Внебрачная. Да. Ну, надо же!